Уже более 2 лет работаю в МФЦ и прям счастлива. Кристина Прокина 2 года работает в МФЦ, освоила алгоритм оформления более чем 100 государственных и муниципальных услуг. Поможет ей российский паспорт оформить и получить транспортную карту «Стрелка» и квартиру на кадастровый учет поставить. Главное в ее работе – математическая точность и предельная внимательность, отличная память и, конечно, умение найти общий язык с любым заявителем. Больше всего люди радуются, когда у них регистрация права собственности происходит, когда они покупают квартиры. Наша МФЦ создана для того, чтобы облегчить жизнь нашим местным жителям. И мы помогаем во всем, чем можем, полностью готовы на все. В этом году Кристина Прокина представляет Щелково в конкурсе «Лучший многофункциональный центр Московской области» в номинации «Лучший универсальный специалист». Смотр проводит Министерство государственного управления информационных технологий и связи Московской области. Почему Кристина? Она может помочь жителям по самым разным вопросам, ведет прием заявителей на ресепшене, отвечает на телефонные звонки в колл-центре МФЦ, выдает документы и в паспортном отделе готовит выписки. Но интереснее всего работать именно в зале. Личный рекорд – 60 услуг за рабочий день. Кристину стали узнавать на улице. Приветствует, конечно, если вот, например, даже оформил какую-то услугу, которую человек вот долго ходил, и мы с ним разобрались, все сделали, вот они приходят, говорят, спасибо, там, Кристина, все остальное. Я, конечно, не помню, что мы делали, но приятно, что люди не забывают и говорят спасибо. За победу в конкурсе борется весь коллектив МФЦ «Щелково», работающий в центральном офисе на Свирской, которому, к слову сказать, в будущем году 5 лет. Центр входит в топ-10 МФЦ Подмосковья. Функционируют 29 универсальных окон, которые оказывают порядка 35 тысяч услуг в месяц. Количество, точнее разновидность услуг, порядка 320 разновидных услуг. Оказываются они все универсальными специалистами. Половина из них оказывается в электронном виде. Щелковский МФЦ подключен к единой системе межведомственного взаимодействия, что обеспечивает максимально быстрый на сегодняшний момент выдачу результатов получения государственной или муниципальной услуги. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.